Yeah. Yeah, yeah. Ну ты ворона, прыгай давай. Прыгай, я поймаю. Лучше б я сама. Ага. Сама бы ты до вечера висела. Вот. Перелома нет, вывиха тоже. Что ж тогда есть? Ушиб, растяжение связок. А ты куда? Парашют, я должен ходить. Да ладно? Цены. Я на ногу ступить не могу. То есть моя нога не материальная цена. А знаешь, все-таки здорово. Я прыгнула. Кирилл. Да с самолета прыгнула. А главное сама. А Галка говорила, не прыгнешь. Ты говорил, не прыгнешь. А это все внушение. Внушали, внушали. А вот Сипа. И Газеев меня в спину не толкал. Я сама. Слушай, а пока не раскрылся, думала, все. Пропала моя молодая жизнь. А потом здорово. В лесу. На карте леса не было, только поля. Речка была, думала, еще в речку свалюсь. Нас снес ветер. Ветер был, нас бы продуло. Ну, хорошо, что не в речку, а то бы и продуло, и промочило. Я еще и плаваю, как топор. Слушай, ты идти можешь? Парашюты сложим, надо выбираться отсюда. Нет, ты меня здесь одну не оставляй. Ой, страшно. Страшно, не страшно, не очень-то мне здесь нравится. Ну, а парашюты я должен сложить. Ой. Приземляться по инструкции надо. Так там деревья, отстань. Как больно. Ой, а знаешь... Все-таки здорово. Как вспомню, класс. Я тебе говорил, адреналин. У меня до сих пор адреналин. Вот так живешь-живешь, кругом одни стены. А тут тебе небо, ветер. Летишь, как птица. Париж, ты летишь. Ну, Париж, какая разница. Ты что кричишь? Да в лесу только и покричай. Да не кричи ты. Сейчас парашют достану, будем выбираться отсюда. Слушай, решай быстрее, вечер скоро. Нога совсем разболелась. Вот-вот весь твой адреналин выветрится. Странное все-таки место, да, Паш? Да место как место, лес. Смотрит. Да кто на нас здесь смотрит? Зайцы, что ли? Да сам ты заяц. Я чувствую. Знаешь, я очень чувствительная. Вот увижу кого-нибудь во сне, на следующий день обязательно встречу. И на карте этого места не было. Я тебе говорю, нас снес ветер. А кто говорил, что Газеев супер? Ведь супер все надо. Должен учесть. И ветер тоже. Учесть и предупредить, а он нас предупредил. Это не пригорок, это болото какое-то. Блин, нога проваливается. Я проваливаюсь. Маша, держи меня. Держи.
любители. Спортивный клуб «Крылья». Резеев у нас главный. Ну, джип у него последняя модель. Да вы знаете его. Да нам подмога нужна. У нас все ребята полегли, связи нет. Нам бы только эту высотку проклятую отстоять. Да нет, ты знаешь, играй, да не заигрывайся. Да если с нами или с парашютами что-нибудь случится, так Азеев нам голову свернет. И нет здесь никакой высоты. Лес. Лес, говоришь? Лес! Ладно, это мы учтем. Штанину-то задери. Выше. Еще выше. Да. Нога. Что нога? Нога. Да что нога-то? Вывиха нет. Перелома тоже, однако. Да где ты что? Нога. Ты надо мной не издевайся. Или перевязывай, или иди куда дальше. Да сейчас перевяжу, спешить-то некуда. Нет, йодом не надо. А как без йода? Без йода нельзя. Йод на войне. Главное лекарство. Ай, больно! А ты потерпи. Такой ногой надо ласково говорить, нежно. А ты ругаешься. Моя нога. Как хочу, так и говорю. Коломейс сегодня возвращается. А кто такой Коломейс? Сержант Коломейс. Связь ушел чинить и за подмогой. Давно ушел? Давненько. Хочу. У вас воды нет? Ручей внизу. Осторожней только! И если что, сразу назад. А я прикрывать буду. Ой, нет, я лучше обойдусь. Во фляге немного осталось. Поспал бы ты, лейтенант. Небось, голова болит. Вот Коломейс вернется, тогда и посплю. У меня приказ высоту эту отстоять. Разве ты виноват, что подмога не пришла? А? Так, да. Конечно, не виноват уж. Кто виноват, так это генерал Коконин. Я спать могу. Он все ходит. Покоя ему нет. Да какой тут покой? Сколько ребят полегло? Я тебе русским языком спрашиваю. Ты виноват, что подмога не пришла, а? Вот маскировка. Скверная была. Не проследил. Стрелять они раньше начали. Патроны зря ушли. А зря ушли, раньше кончились. Якушкин, Савин, какие ребята? Башковиты. Все полегли. Все. Есть связь? Нет связи. Нет.
башку. Смываешься? Вот и я не совсем. Кто-то уж очень любит, да? Я. У двоих один и тот же глюк не бывает. Слушайте, а давно вы ждете, ну, эту самую подмогу? Давно. Ой, да не так же больно. Чуть руку не оторвал. Сигареты есть? И не зависай, тормознутый. Поспал бы ты, лейтенант. Ну, да успокойся ты, в самом деле. Ну, посмотри философски. Ну уж ведь нет на свете вещей, из-за которых стоит так париться. Вот сколько тебе лет? 19. Да ты что? Мне 22, ему он тоже. Ты же еще маленький. Ты это зря чего-то говоришь. Сержант ни в одном бою побывал. Он контужен. В бою? Не на гулянке же. Страшно? В бою? Страшно. В бою-то, конечно, страшно. Пуля дура не выбирает. А уж как пойдет артиллерия бить, тут уж держись. Держись, да! Богу молись. Тут правил нет. И в одну воронку снаряд дважды попадает. Было. Сижу в окопе. Чувствую, на меня сверху что-то сваливается. Будет тебе, сержант! У тебя своя заноза, у меня своя! Каждому свое, лейтенант. Короче... Немец. Сцепились мы с ним. Катаемся. А лицо его близко совсем. Старый, лет под 40, но упрямый черт. Лицо как лицо. Ну, искажено, конечно, но и у меня не лучше. Борьба-то не на жизнь, а на смерть. Я моложе, сильнее. Стал одолевать, выхватил из-за голенища нож и... Что и? Сердце? Мяк. Лицо близко совсем, глаза открыты, смотрит на меня с испугом и рукой цепляется, будто помощи у меня просит. А взгляд стал уходить, тускнул и ушел. Долго я его вспоминал потом. Ведь дети у него где-то, внуки. Что ж, в Германии. Много у меня таких катавасий было. А вот этого запомнил. Как он за меня рукой цеплялся. Будет тебе, сержант. Да. Делаете? Нужно какое-нибудь занятие. Застряли мы. Неужто не поняла? Вечность — это тебе не шуточки. Как это застряли? А вот так. Снаряд летит, песню поет. Да такую песню, что кровь в жилах свертывается. Дай бог, чтоб тебе такого слышать не привелось. Отчаянный я был. А так и не привык. Вот песню эту помню, а дальше... Точка. Ни выхода, ни входа. Так ко всему привыкает. Ну разве что. Махнул бы стаканчик другой иной раз. Ну и поел свое удовольствие. Ну и бабенку горяченькую под бок. Это я любил. Жизнь! Ну ничего, я-то хоть спать могу, а лейтенант все
мучается. Луж, а ты бы помогла ему, а? Я? Ну, сама подумай. Я такое чего поедал. А он после училища пацаненком на фронт. Помнить нечего. Ну, я не знаю, как-то поговори, что ли. В общем, отвлеки. Вот для чего вы, девушки, даны, а? Для смягчения души солдата. А каждый мужик, он ведь солдат, ёлки-палки. Оля его зовут. Николай Прохоров. Это у вас, девушки, для смягчения души. А у нас, кого хочешь, сами на лопатки положат. Рвутся в бой. Не дело. Девушка, она ведь нежной должна быть. Как синенький, скромный платочек. Слова-то какие. Усек. Да где ж у нас этих синих платочков сейчас найдешь? Днем с огнем не сыщешь. Я тебе говорю, не дело. Коля! Коля! А у тебя девушка была? Девушка? Нет. Но тебе же нравился кто-нибудь? Ну, нравилось. А кто? Врач в училище нравилась. Инесса Львовна. Лица не помню, вот фигуру. Да, видная была женщина. Фигура ж она. Для женщины первое дело, чтоб фигура. Сестричка была в санпоезде еще. Вот. Фигуру не помню. Руки такие добрые. Ласковые, глаза добрые. Ну, а ты об этом сказал? Ну, что она тебе нравится? Нет, не сказал. Нравилось и все. Девушкам надо говорить, когда она нравится. Они это любят. И ты в ответ девушке можешь понравиться. Ну, это как дрова, которые в костер подбрасывают. Тогда огонь горит, понимаешь? Я-то знаю, что мы и знать, как не мне. Теперь буду знать. Еще одна нравилась. Она, правда, в училище к моему другу приходила. Красивая? Наверное. А я? Я тебе нравлюсь? Хорошая девушка. Нога красивая. Я люблю, когда девушка в платье. Можно подумать. Я ж по походному. У меня вон этих платьев дома целый шкаф. Я люблю, когда... Не знаю. Когда курит. Не люблю я, когда девушка курит. Да балуюсь я. Не всерьез. Ну, у тебя глаза красивые. И губы. И фигура. Как у Инессы Львовны или медсестрички в санпоезде? Да нет, как у тебя. А хочешь, я тебя... Поцелуй. Хочу. А тебя девушки когда-нибудь целовали? Нет. А ты мне писать будешь? Буду писать. Адрес-то у тебя есть? Конечно, как и у всех, полевая почта. Боже мой, зачем же ты в военные пошел?
Ведь сколько на свете профессий инженера, математики, и не было бы всего этого, полевой почты. Я в 12 лет решил, когда война в Испании началась, гидра эта фашистская из своего логова вылезла, Герника. Над всей Испанией безоблачное небо. 12 лет и на всю жизнь? Да, в 12 лет и на всю жизнь. А если не я, то кто? Мне что, отсиживаться? Я напишу. Слушай, а у тебя есть фотография? Просто я бы всегда хотел, чтобы у меня была фотография девушки. Господи, Прохоров, ну откуда у меня здесь фотография? Хотя, подожди. Вот, держи. Спортивный клуб «Крылья». Ты красивая. Да ну. Мне нравится. Да мне это уже все не нравится, потому что мне она тоже нравится. Ты мне этого не говорил. А вот и говорю. Не мешай солдату. И платье по нам не носит. Не мешай солдату, штатская курица! У тебя эти курицы как паровоз! Да у тебя эти дяжи будет уже не перечесть! А у него редкий случай! А я буду о ней думать! Сержант вот спит и сны видит, а я буду о ней думать! Говорю, девушка для солдата, отдых в душе. Я хоть сны вижу, во сне чего только не повидал. Свою жизнь прожил и чужую. Весь земной шарик, а на нем толпы народа. Каких только нет. Белые, желтые, черные, коричневые. Девушки вон, как она, только раскрашенные все. Пьют чего-то, волосы разноцветные. Курят, глаза шальные, а музыка совсем другая. Грохот, шум, лязг, и все скачут, скачут, скачут. Да дискотека это. А снаряды-то все равно поют. Поют. Даже если поют, на нас не попадают. Не наша эта война. Да и нет, милая, ни нашей войны не бывает. Если есть война, значит, война. Кто слабый, кто сильный, кто над кем верх возьмет. Везде, где больше трех, война. Люди войной дышат. Она людей меняет. Война, она же в самом человеке. Между его плохим и его хорошим. Победит плохое жизни, конец. Есть связь? Нет связи. Днепр, Днепр. Нет связи. Днепр, Днепр. Господи, один спит, другой не спит, а этот... У него своя цель, на связь выйти. Запрограммирован, что ему проще. Понимаешь, что ли, надо отсюда выбираться. А их что, бросим? Тут какое-то замыкание, время, пространство. Ты думаешь, все изучено? Да если элементарно прикинуть, три глубоких старика... Они же развалятся, как фрески, как мумии из мерзлоты. И Прохоров? Да 90 будет твоему Прохорову, а этим еще больше за 100. А есть у них документы? Какие у них документы? Труха! Бомжи пойдут. Как это в бомжи? Да вот так в бомжи. По мне лучше в вечности болтаться, чем в бомжи. Все-таки герои. Конечно, герои. Нет, их живых нет, ты слышала? Сержант сказал, он снаряд слышит, а потом точка. Мертвые они. Да какие же мертвые, если вот? Да я тебе говорю, замыкание! Верно мыслишь, парень. Я во сне много чего повидал. Все ваши университеты прошел, а главное, на своей собственной шкуре. Ведь вы думаете, время, оно как река, от прошлого к будущему? Время хитрая штука. И много в нем всяких
завихрений уголков, карманчиков. Бывает, тянется, тянется, конца нет. А всего секунда и прошла. А бывает так, что прыг сколько года нет. Правда, бывает. А главное, оно не исчезает. И нет в нем никакого прошлого, и будущего вашего нет. Все в перемешку. Ничего, вселенная большая, места всем хватит. И никуда вам отсюда не деться, раз уж попались. А вот так не деться! А к реке за водой? Да нет там никакой реки. Ландшафт-то меняется. Ничего. Без занятия тяжело, точно говорю. Занятия найдете? Вот ты вязать умеешь? Научу. Тут просто. Сначала, значит, нитки свяжешь, потом распустишь, потом свяжешь, распустишь, а он тебе будет клубок держать. Привыкните! Ко всему привыкаешь. А что мы пить будем? Во фляге немного осталось. Да выпила я все в твоей фляге! Во фляге всегда немного осталось! А здесь в мешке несколько сухарей. Наш... вечный паёк. Здесь много не нужно. Вот Коломиец вернется, потом... А Коломиец вернется! Ну ты-то должен знать! А вот этого не знаю! Этого никому знать не дано! Может вернется, может нет. Ой, нет! Я кричать буду! Да не труди! Никто тебя не услышит! Связь есть? Нет связи! Прохоров! Прохоров, я же тебе нравлюсь. Нравишься? Может, ты в меня влюбился? Влюбился. Ну, а кого любят, тому добра желают счастья, понимаешь? Хотят, чтобы у него все хорошо было. Я тебе добра желаю и счастья тебе желаю. У тебя глаза красивые и губы. Прохоров, ты тут самый хороший человек, да ты просто не понимаешь, что с тобой происходит. А вот он злой, он все понимает. Нет, он просто сны видит, вот и все. Прохоров, да я тебе фотографию подарила, билет порвала, да мне его ни за что не заменят. Я буду о тебе думать, буду. Я всегда хотел фотографию девушки. Я буду о тебе думать. Думай. А я домой хочу, к маме. Вот Коломиец вернется, высоту мы отстоим, у меня приказ. Приказ, это приказ. Да не вернется ваш Коломиец. Да не придет к вам никакая подмога. Да и высоты тут никакой, лес. Да это вы тут застряли. А нам какое дело? Да у нас уже все другое. Все. И никаких там ваших скромных платочков. Мы музыку другую любим. Мы все другое любим. Мы себя любим. Мы хотим жить хорошо для себя. А вы, да на все ваши приказы нам наплевать, на все ваши Испании, Герники. Да вы сумасшедшие, да вы старики, да вам 90, да вы рассыпетесь, развалитесь. А я жить хочу, и на все остальное... Мне наплевать. Отпусти их, сержант. Разве их время пришло? Их время еще не пришло. Я что? Пусть идут. Ну так мы идем? Идите. Куда? Куда-куда? В дверь. Просто? В дверь? Просто в дверь. Что тут не понять? Дверь — это дверь. Отсюда. Туда. А там что? Жизнь. Птицы, цветы, деревья. Звезды. Звезды. Трава. Трава.
закаты, рассветы, дождь, жизнь. А вы? Нам нельзя. Приказ? Приказ. Ну так мы пошли. С Богом. Из-за тебя из клуба вылетел. Подумаешь, клуб, крылья, даже лоб твой газеет, чтобы из-за какого-то паршивого парашюта. Материальная ценность, между прочим. Да пошел он со своей материей. Ну как, дедушка, хорошо здесь, правда? Вот ты думаешь, легко мне было его вытащить? Да он же никуда не выходит, только в праздники. Он даже новости не смотрит, говорит, сердце не выдерживает. А тут природа. Хорошо здесь, правда? Вон он, к внукам, в другой город, иной раз не хочет ехать. Дочь приезжала. Я ей такая говорю, так нет, вы не подумайте, да я ни к вам, ни за квартиру, я чисто так, по-соседски. Она мне не проверила, представляешь? Ну как? Хорошо здесь, правда? Тоже, наверное, на смерть косяками посылал. Количеством взяли победители. И жена говорила, свечку поставь. Ставил? Свечки-то ставил. О, Бога верите? Да нет. Но иногда думаю, что-то все-таки есть. Там что-то есть. Так он не глухой. Да глухой. Да не глухой. Да глухой он. Это просто место такое, понимаешь? Это то самое место. Да ты просто глючишь. Он полковник. У него чин.
Он может отменить приказ. Кондрашка, хватит старца этого. Чего уж там. Забирай квартиру. Дедушка, да что ты говоришь такое? Да вам всем от меня только одно и нужно. Забирай квартиру. Ну, что еще? Забирайте все. Все забирайте. Устал. Устал. Ну, иконостас мой, не трогай, пока не помру. Дедушка, да что ты такое говоришь? Да не нужна мне твоя квартира. Да не для этого я тебя сюда привела. Дедушка, понимаешь, время – это не река от прошлого к будущему. В нем прошлое, настоящее, все перемешано, все одновременно. Понимаешь, где-то здесь ребята застряли, еще с войны. У них приказ. У них приказ, а ты полковник. Ты можешь отменить этот приказ. Я понимаю, ты устал, придумал там что-то про квартиру. Но ничего от тебя особенного не требуется. Просто отдай приказ оставить им эту высотку. Ну же, дед, отдай приказ оставить высотку. Ну же, дедушка, давай. Ну же, дед, отдай приказ им оставить эту высотку. Санкт-Петербургу грозит участь Чернобыля. Рождественского младенца оставили на улице. Ветерана войны пытали из-за отсутствия денег. На людей нападают собаки-людоеды. Кандидат в мэры попал в реанимацию после покушения. Обнаружена банда, состоящая из сотрудников полиции. 6 новорожденных умерли в роддоме из-за халатности врачей. Конгресс США принял резолюцию с призывом отправить оружие на Украину. Отдай приказ оставить им эту высотку! Ну же! Всем стоять!